Всем привет, друзья, меня зовут Шустра, мы продолжаем играть в Обливион, и у нас дело чести, да. О, да. Так, а если мы стартанем в Броме, может, мы его сразу там найдем, нет? Чё хочу сказать, с Верминой не сложилось-то. Чёрный камень душ не найден, а, он же тэпнулся куда-то, да? Месяц восхода солнца. А, его, ага, он уже идет, да? А идешь ты куда? Прошу простить. В имперку? Нет, судя по всему, ты идешь в Чейденхолл. Просто мне лень. Ага, ты идешь. Куда ты идешь? Ты идешь в Левин? Нихера себе. Да, он здесь. А, так. Понятно. Просто мастер, и как бы на этом все, да? Где тусишь? В какой-нибудь таверне? Дом Махая. Нигде не тусишь. Ну, там было два варианта. Либо он в Чейденхолле, либо в Левиавин. Судя по всему, я сначала что-то реально думала, что в Чейденхолл. Ну, как бы хер бы с ним. В принципе, плевать. Мне просто реально было лень читать расписание. Ладно, бывает. Кто тебя приютил? Тебя приютил. А, так. Имперские драконьи доспехи, заказанные для меня у канцлера Аката, уже должны были быть готовы. Я могу получить вооруженные, что расположено в резиденции имперского легиона. Во имя любви Азуры. Разве человек не имеет права на уединение? Ну, как бы и все. А, так, он убит. Надо забрать свою награду. Следующее здание в тайнике в торговом районе имперского города в полом пне крепким, за крепким щитом. О, как мне как раз в имперский город. Так, и дома никого. Супер. Чисто в теории, конечно. Блин, интересно, мне сейчас за этот... А за это что-то будет? За то, что я сейчас выйду на улицу, и мне такие скажут: «Стой, преступное отродье!» Вообще, в принципе, я уже продала на 1300, мне должно хватить до конца. Нормально у тебя здесь. Таверна. Так. Нормальный такой подвал. Размером, блин, как вся квартира. Не смог ты обороняться. Да, господи, что ж у тебя все закрыто-то? О, лукострелы. И все, да? Ну ладно. Спи спокойно, бро. Так, ну вроде на меня никто не бежит, ладно. Так. Канцлер, имперские драконьи доспехи. Давай позырим. Тюрьма. Канцлер сидит в тюрьме, да?
Что требуется, защитник? Так. Куда мне именно? Никогда там не было. Где я? Где я и зачем я? Ага. Нормальный способ попадания сюда. Шлем легиона. Здравствуйте! Наверное, надо было днем сюда прийти, да? Наверное, да. Ну да, здесь метка пропадает. Давай на улице подождем немножко. Примерно часиков 7. Все на работу придут. Я не уверена, что мы будем их носить. Ну, может и будем, я не знаю. Мне все равно большая часть доспехов не зачарована. А, мне просто надо прийти. Мне выдали имперские драконьи доспехи, заказанные для меня канцлером Аката. Ага. Так, и насколько вы лучше? А, драконьи поножи. Так, броня 3, вес 5. Брони 5, но эти у меня с... Допустим, давай шлем 3, кираса 9. 2, кираса 6. Ну, понятно это. Но они за сопротивление магии, сопротивление яду, огню, холоду и электричеству. Понятно. Чисто для коллекции. Я поняла вас. Так. Дело чести. Давай. Где-то рядышком. Доброе утро. Господи, а я думала, что за колокольчики. Так, это мне куда? Внутрь куда-то. Как поживаешь? Да, более-менее. Спасибо. Тайный приказ номер 6. В тайнике лежала моя награда и новый контракт. В тайнике в полном пне лежал мой следующий контракт. Мне приказано отправиться в лагерь на горе Гнол и убить Хавилстена Морозную Кровь, свирепого варвара Норда, умело владеющего топором. Так, подожди. Приказ номер 6. Алвал Увани мертв, как и все остальные. Ты продолжаешь удивлять меня, душитель, а я со своей стороны только рад потакать твоим инстинктом убийцы. Твоя новая цель — Норд, варвар по имени Хавилстен Морозная Кровь, который живет в одиночестве в своем лагере на вершине горы Гнол. Этот Норд, жестоко расправился с вождем племени на острове Солстейм. По обычаям Нордов убийца должен заплатить штраф Виру одного сестра убитого вождя. Однако сестра убитого вождя решила, что Норд должен заплатить своей жизнью. Именно ты, душитель, должен утешить сестру убитого и ее семью. Тебе нужно отправиться на гору, бла-бла-бла, кровь и отправить его в душу к Зетису, бла-бла-бла. Когда морозная кровь будет убит, отправляйся к алейцким руинам Норнал. В затопленной части этих развалин под водой ты найдешь сундук. Возможно, ты уже догадываешься, что в сундуке будет награда за убийство и твой новый контракт. Ну, поехали. О, еще, блин, как куда-то в затопленную часть лезть. Че, неужели нельзя просто как-то... Ёптвою мать. Что происходит? Ну что, две мерзкие это? Пойдем шамана кокнем. Ты женщина? Или мне показалось? Ля, женщина? Или нет? Да бля, буду женщина. Ну да, женщина. Просто никогда не видела реально женщин-шаманов. А что у нее с этим, с пёсихим?
продавать. Я не уверена. Опа, хотел сказать опа-па. Че, неужели не смогу? Нормально ты, блин, забрался. До тебя даже хер убийца дойдет. Блин, еще и хрен прыгнешь. Так. А нам еще выше. Ой, наверняка был какой-то нормальный путь, человеческий. А не вот это вот все. Даже как бы не то, что невидимые стены. Блин, я так всегда в Скайриме делала. Вот хрен пойми как, хрен пойми куда всегда забирала. Всегда игнорировала какие-то дороги и тропы, потому что, по-моему, они для слабаков. Ой, только не говори, что я вот здесь не доберусь. Слава богу. Рогнул. Тихо, тихо, братаны! Ну так, хорошо. Эбонитова секира, три монетки и все. Так, он мертв. Мне нужно забрать свою награду. Следующий контракт в тайнике, старом сундуке, лежащем на дне озерца в айлийских руинах. Блин, то есть прям в айлийские руины пилить. Что у тебя здесь? Мясо, да, замороженное? Нормально тут устроился на самом-то деле. Серая роба. Капуста, мясо. Найс, на самом деле. Часик прикорну. Холодно тут, наверное, правда. Да, еще и снег пошел. Мне кажется, он, знаете, что вот если что, вот здесь вот дорогу перейти и в Скайрим. Вот такой вот лагерь у него. Угу. Ни хрена не вижу. Здравствуйте. Кого-то там я вижу, но хрен пойми кого. Не буду даже париться. Я, кстати, думала, что заданий поменьше. Но Норда я помню. Смутно, но помню. Этот лагерь. Не знаю, сколько еще впереди. Но должно быть уже, наверное, близко к финалу. Потому что нахрена им столько квестов делать. Скоро должно просто все закончиться уже. Башня Аркведа. Акробатика. Замечательно. Мне прям нужно прям в сами руины. Походу, да. По идее, это не должно быть очень далеко. То есть, по-моему, нам надо сейчас спуститься на этаж пониже.
Хороший намек, игра, спасибо. По идее, мне не нужно проходить все эти, чтобы... Пумп. Слыхали? Кто-то вооружился. Я делаю буль-буль-буль. Как ты вообще сюда это положил? Так, золото и тайный приказ. В тайнике лежала моя награда и новый контракт. Мне нужно пойти в город Бравил и устроить засаду около старой статуи, известной как Счастливая пожилая леди. Лесной эльф по имени Ангалим посещает эту статую каждую ночь между 6 часами вечера и часом ночи, чтобы загадать желание. Такова местная традиция. Когда я увижу Ангалима, следует его убить. Надо отметить, что Ангалим предупредили об опасности, и если он почувствует присутствие убийцы рядом, он атакует первым. Он подкупил стражников, чтобы они не смотрели куда-нибудь в другую сторону. Если начнется бой, вероятно, прокрасться к нему — это лучший способ. Угу. А почему вообще он это делает? Есть какая-нибудь информация? Мои поздравления с удачным завершением работы. Норт был настоящей свиньей, и он умер, дрожа от страха, как животное. Не останавливайся, убивай. Твоя новая цель — лесной эльф по имени Ангалим, живущий в Бравиле. В Бравиле есть старая статуя под названием «Счастливая пожилая леди». Она символ богатства и удачи, и многие глупцы приходят поговорить с ней и попросить об исполнении своих желаний. Несчастный влюбленный Ангалим каждую ночь приходит к леди и просит, чтобы его полюбила одна молодая особа. Эта женщина замужем, и ее муж узнал о том, что у нее появился поклонник. Муж испугался соперника и попросил темное братство о помощи в этом деле. Тебе нужно отправиться в Бравил, найти Ангалима и убить его. Этот эльф целыми днями сидит заперти в своем доме. Тебе стоит устроить засаду у счастливой пожилой леди и убрать Ангалима, когда он придет туда. Обычно он бывает там 6 вечера до часу ночи. По слухам, он отлично стреляет из лука. Кроме того, у меня есть основания полагать, что он почуял недоброе. Так что нападет при малейшем намеке на опасности, как и Джаскар. Алгалип подкупил стражников, так что не будет вмешиваться, будь начеку, убей этого эльфа. Когда тело Ангалима будет лежать у подножия его дорогой леди, отправляйся в Анвил. Новый тайник в бочке позади статуи, что у пруда. Как обычно, в тайнике будет награда и новый контракт. Окей. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Так. О, блин, 3 часа утра. Она. А ждать ему надо типа здесь, да? Так, мне надо ждать где-то примерно 20 часов. Может, конечно, домой было пойти и... Хрен не дуть. Так, он до часу ночи, да? 2 часа в 9, наверное. Что, загадываешь желание? Сука. Ну чё, куда бежишь? Так, он мертв. Мне нужно отправиться в Анвил, забрать там свою награду и новое задание. Нет! Нет, я опоздал! Я думал, что смогу успеть сюда вовремя. А что случилось? Думал, что смогу остановить тебя! Именем Ситиса! Что за безумие овладело тобой? Это предательство по отношению ко мне. По отношению к темному братству. Чего? Почему? Я пришел, чтобы покончить с тобой. Да что? Что произошло? Ну... Я вижу смятение в твоих глазах. Ты...
Ты ведь понятия не имеешь, о чем я говорю, так ведь? Нет, а о чем ты говоришь? Твой первый контракт был на убийство Селедона. После этого погибла семья драконисов, как и было приказано. Затем предательство. Тайники оставались нетронутыми, твои жертвы продолжали жить. Вместо них один за другим умирали члены Черной Руки. Джгаста, Шалис, Алвал Увани, Хавилстон Морозная Кровь, Уведомители и Душители, и Ангалим, сам Слушатель. Оставшиеся в живых члены Черной Руки знают, что на тебе нет вины, они знают, что ты всего лишь выполняешь приказы. Они думают, что предатель я. А кто предатель-то тогда? Ну, я жду приказа. Предатель как-то подменил распоряжение и направлял тебя к ложным тайникам. Нас с тобой провели, друг мой. Мы должны выяснить, кто стоит за этим предательством. Времени у нас немного. Черная рука охотится за мной и днем, и ночью. Они хотят моей смерти. Вот что тебе нужно сделать. Отправляйся к следующему тайнику, спрячься и дождись того, кто положит туда фальшивый контракт. Выяви личность настоящего предателя. Затем навести меня. Учти, Форт Фарагут больше не безопасен. Он находится под наблюдением Черной Руки. Я буду в Эпплвотче, на ферме, где погибла от твоей руки старуха Драконис. Там безлюдно и безопасно. Теперь иди, и да поможет нам всем Ситис. Угу. Ну давай. По-моему, это мы последний раз с ним разговариваем, если я не ошибаюсь. А, мне прям надо в Анвил, да? Приветствую тебя! А сколько ждать? Ну, я тут, конечно, прям сама незаметность. Ты что ли? Нет. Мне надо притаиться у бочки. Нет, все-таки кажется он, да? Но мне кажется, это просто посыльный. Мне очень жаль. Я не хотел сделать ничего плохого. Это все человек в робе. Он заплатил мне, чтобы я положил эти вещи в бочку. Я не знаю, как его зовут. Его лицо было скрыто в тени. Он позвал меня вчера, когда я шел мимо маяка. Думаю, он живет там. Угу. Или жил. Он сказал мне, что покидает Анвил. Прости, но это все, что я знаю. Он находится рядом с городскими стенами. Я думаю, человек... Я не знаю, что происходит в этом подвале, но... Слушай, это все, что я знаю. Правда. Может, Ульфгар Туманный Взор раз... Угу. А деньги? Даже денег не дали. Так, душитель, ты служишь мне куда лучше, я мог предположить, но это высокий эльф, шлюха по имени Аркоен.
Угу. Так, пойдем выложим вещи, наверное. И расследовать эту херню с маяком будем уже, наверное, в следующей серии. Да, наверное, так и поступим. Ну что ж, я пока буду выкладываться и готовиться к следующей серии. А с вами увидимся очень скоро. Спасибо, что вы были со мной сегодня. Удачи и до новых встреч. Пока-пока.